Общее сведение. Острый дуоденит – остро протекающая воспалительная патология, чаще всего захватывающая слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. Реже поражающая более глубокие слои ДПК. Заболевания пищеварительной системы чрезвычайно распространены среди населения. При этом отмечается увеличение частоты патологических процессов в детском возрасте в связи с изменением образа жизни, характера питания и экологии. Воспаление двенадцатиперстной кишки значительно влияет на работу всего пищеварительного тракта. По течению процесса дуоденит делят на острый и хронический. Обе формы значительно различаются как по этиологии, так и по клиническим проявлениям. В большинстве случаев острый дуоденит переходит в хронический до 94%. Чаще всего он развивается у мужчин. В зависимости от морфологических изменений в слизистой оболочке выделяют следующие типы острого дуоденита – катаральный, эрозивно-язвенный и флегмонозный. Острый дуоденит патогенез. Двенадцатиперстная кишка – это начальный отдел кишечника, который активно участвует в процессах пищеварения. В просвет кишки открывается желчный проток и проток поджелудочной железы. Двенадцатиперстная кишка отвечает за нейтрализацию желудочного сока, регуляцию выработки ферментов и желчи, а также рефлекторное открытие или смыкание сфинктеров в желудке и в тонком кишечнике. Ее слизистая оболочка способна выдерживать агрессивное воздействие соляной кислоты и других соединений. Любые нарушения функционирования этого отдела пищеварительной системы приводят к значительным сбоям всей работы желудочно-кишечного тракта и появлению характерных симптомов. Симптомы острого дуоденита. Острый дуоденит протекает с ярко выраженными периодическими болевыми ощущениями, возникающими после еды или в ночное время, голодной боли. Помимо этого, увеличивается температура тела до 38 градусов, развивается общая слабость и быстрая утомляемость. Нарушение пищеварения приводит к брожению пищи и ее гниению, поэтому пациент жалуется на тошноту, рвоту, урчание в животе, метеоризм и диарею. Если просвет кишки переполняется, то появляется горькая отрыжка и рвота с примесью желчи в связи с забросом содержимого в желудок. Адекватная и своевременная терапия острого дуоденита приводит к купированию симптомов за 7-10 дней, в противном случае острый дуоденит переходит в хронический. Диагностика острого дуоденита. Острый дуоденит можно заподозрить на основании жалоб пациента и внешнего осмотра. Гастроэнтеролог при пальпации определяет болезненность проекции двенадцатиперстной кишки, урчание и вздутие живота. Для уточнения диагноза проводят дополнительные методы обследования, анализ крови и КАЛА, ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, рентгенографию, дыхательный тест на наличие хеликобактер пайлори. Общий биохимический анализ крови при остром дуодените позволяет определить концентрацию ферментов и наличие признаков воспаления. Анализ калокопрограммы необходим для оценки функции пищеварения и выявления примеси крови. ФГДС – фиброгастродуоденоскопия – наиболее информативный способ изучения состояния слизистой оболочки, нередко он сочетается с биопсией или кишечника. Рентгенография органов брюшной полости с контрастным веществом назначается в случае невозможности проведения предыдущего исследования. Она позволяет оценить степень повреждения, так как в дефектных участках активно оседает рентген-контрастное вещество. УЗИ выполняют с целью исключения другой патологии.